Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. У нас сегодня интересная работа в технике текстильная пицца, работа для души. Я не знаю, что это такое будет, но взяла уплотнитель синтепон. Если это у вас будет картина, достаточно одной ненужной ткани, она у вас скроется. Можно брать любую. Размеры мои 38 на 29. Может быть, в дальнейшем я сделаю косметичку. И теперь я выкладываю фон. У меня будет морской пейзаж. Это будет море, песок. Видите, это остатки паркетной ткани. Я ничего не утюжила. Потом все равно буду работать утюгом. Смотрите, небо. Это габардин. Он подходит по цвету, но не подходит у меня по ткани. Это бязь. Можно было использовать на море. Вот такое будет у меня красивое небо. Вырезала ткань, немного не подрасчитала. Очень много остается в запасе. Я решила поменять формат. Я не буду брать уплотнитель. Я беру ткань другую. Также выкладываю. Она у меня просто будет работать чуть выше. По ширине такая же. Сейчас выложу все. Как-то так. В экран не видно, но здесь очень большой перепад цвета. Я здесь повырезала свои рисунки на досуге. И сейчас я их выкладываю. Начнем с фона. На обратную сторону, если у вас мелкие детали, можно использовать клеевую. Лучше на флизелин или использовать паутинку. Так как у меня крупные детали, не использую ничего. Но свой рисунок я буду приклеивать на клей-карандаш. Или вы берете паутинку, подкладываете. Это моя пальма. Вот тут сделаю небольшую рябь на море. Это атлас темно-синий. Вот как-нибудь так. Это тоже лоскутки синий габардин. Я его сейчас вот так разрежу. Отрезала лишнее, чтобы меня ничего не смущало. Вдалеке у нас виднеются с вами горы. Я их под ткань. Как-нибудь вот так, как горизонт. Еле-еле видно их. Произвольно вырезала облака. Вот их надо на паутинку или на клей-карандаш. Давайте разместим солнце. Лучики повырезала. Пока что ничего не приклеиваю, потому что мало ли, может, где-то что-то надо будет у нас сместить. Вдалеке сделаем парусник. Просто палочка. И вот такой у меня алый парус плывет. Сделаю зонт. Но придется менять, наверное, этот парусник в какую-нибудь другую сторону, потому что, вот смотрите, у нас идет один рисунок и сразу сверху другой рисунок. Надо где-то что-то поменять местами. Здесь размещу сидушку, как стул, лежак. Повырезала вот таких человечков. У меня есть видео, как я их делаю. Я вам оставлю ссылку. Этот у меня на пляжу. Вот этот ребенок будет в воде. Но видите, он половинчатый. Так я сделала ему круг. Сделала овал внутри отверстия. И просто я его вставлю вовнутрь. И вот он у меня на кругу плавает. Этому ребятенке мы с вами сделаем трусы и волосы, но чуть позже. Я парусник сместила в другую сторону. Мне так больше нравится. Это я постелила коврик, полотенчик. Выкладываю дядю, но дядю, наверное, мне придется переделывать. Как-то мне не очень нравится, как вот эта нога смотрится. Вот смотрите, одеваю я трусы. Будем приклеивать на клей-карандаш. Для разнообразия я ему сделала очки. Но очки нужно будет немножечко подровнять, более-менее красивую форму сделать. Это его прическа. Вот посмотрите, какие маленькие-маленькие детали. Их вообще надо выкладывать, наверное, пинцетом. Может быть, придется сменить его волосы, потому что очки черные и волосы черные. Ну, как-то не особо смотрится.
На пляжный стул мне надо посадить тетюшку. Я от вас скрывать не буду. Взяла я картинку с интернета, Яндекс, набрала картинки для срисовки, туризм. Выскочило очень много картинок, и решила я такую же сделать картинку. Но людей очень сложно делать. Ребят я вырезала сама. А этих, видите, ну, формы такие своеобразные, поэтому я решила скопировать. Тетю я делала раза 3-4, потому что под копирку я сразу делаю на ткани. Потом это или в зеркальном изображении, или по контурам вот этих линий прошиваю, чтобы не было видно копирки. В итоге я взяла обыкновенный лист А4, скопировала на бумагу, вырезала. И уже потом на ткань вот эту тетю вырезала по контуру и вручную делала все ее вот коленки, грудь, купальник, вот уши осталось сделать. И вот смотрите, у нашей тети хвостик. Вот такая прическа собрана на резиночку. Я беру ткань и теперь просто я сначала вырезаю по контуру, делаю хвост, какой мне нужно, потом подровняю прическу также по контуру. И вот здесь у нас излишки, да, и мы теперь вот так примерно отрезаем по прическе. У меня, кстати, есть видео, где я делаю разных человечков. Вот, вот наша с вами прическа. Хвост сейчас подровняю. На хвост можно сделать резиночку. Также можно сделать, знаете, как вот волосики немножечко срежу. Ну, немножечко будет еле видно, но на белом фоне будет видно все равно. Прическа у тети получается как горшок. Тогда надо сделать челку. Вот я слегка наискосок выстригаю и немножечко вот здесь закруглю. Вот она. И сделаю немножечко тоже выстригу, чтобы было видно, как волосики висят. Вот так это сейчас общипаю. Размещаю тетю в сидушку. Она у меня почему-то никак не вписывается. Если я ее вот так вот ровно, то спина от сидения, от спинки отклонена. Если я ее кладу на спинку, что она лежит, балдеет, ноги выше головы получаются, это у нас рука. Пусть будет пока так, но для начала, чтобы мне не потерять прическу, я приклеиваю на клей-карандаш. Вот такая маленькая штучка, это будет бюстгальтер. Клей-карандаш. И прям сразу делаю, чтобы не потерять. Вот, и у нас появилась с вами грудь. Мои наброски меняться не будут, поэтому сейчас приклеиваю все на клей-карандаш, сильно не мажу. Самое главное, чтобы у вас ваши детальки никуда не убежали. Их слегка вы клеим, и потом так, стул криво ставлю, вот. Теперь ровно. Сейчас все располагаю, приклеиваю. Ножки у стула надо обязательно слегка подрезать. Они все-таки длинноватые. Прям как царский стул получается у нас, а не пляжный. Палку от зонта приклеила и вставила в серединку, в держатель. Теперь займусь зонтом. Приклеила зонт. И вот смотрите, у нас есть полоски. Да? Это внутренняя часть, это верхняя часть. Мы можем с вами что-нибудь нафантазировать и, допустим, взять цветные. Красный, желтый, там зеленый или бело-красный. Но я решила прошить каким-нибудь другим цветом вот эти контуры, и он у меня будет сиреневый. Дядя приклеила очки. Неудачные получились, но не могу никак я заниматься такой ювелирной работой. Даже, видите, клей не той стороной уже клею. Потому что они вот настолько маленькие детали, говорю, хотя можно и пинцетом работать. Вот прическа наша, опять же, вот лишнее надо здесь подрезать, как-то сформулировать. Трусы. И уже к полотенцу приклеиваю дядю, и полотенце приклеиваю к полотну. Мне не нравится, как у него смотрятся волосы. Я ему сделаю шляпу. А шляпа делается просто. Вот наши поля.
Вот такой вот горшок, котелок. Ну вот, я думаю, намного интереснее. Теперь этот без трусов у нас. Я примерно замеряю расстояние. Ниточки все отрезаю. Ткань желательно брать не сыпучую. И делаю вот такой вот надрезик. Вот они, наши трусы. Чуть-чуть пониже их надо опустить. О! Эти трусы смотрятся как панталоны. Но даже если я и выровняю, и вот здесь белый цвет я подрежу, в таком случае можно сделать вот так наискосок. И я передумала. Я теперь сделаю обыкновенные плавки. Это мальчишка. Но выглядит, знаете, такие широкие они получаются, как памперсы. Он у нас стоит спиной. Если бы он стоял лицом, я бы сделала контуры по лицу. А сейчас, так как он у меня со спины, я отрезаю. И вот наша прическа. Я просто вот так загоражу. Мне у этого мальчика вид сзади не понравился. Я решила немножко прическу ему подправить. А здесь я просто вышью глазик, и человек на человека будет похож. Этого товарища я пришила, приклеила. Дяде решила добавить или книжка это будет, или подушка. Но что-то будет присутствовать. Ткань у меня крепсатен и атлас. Она очень скользкая. Поэтому также горы, облака, все фиксирую на клей-карандаш. Потому что, ладно, если у вас облако куда-нибудь уедет, ничего страшного. Но если у вас гора куда-то кверху уедет, она у вас будет просто висеть в небе. Ну, вот смотрите, пальма, да? Вы можете разместить кокосы, повесить бананы, повесить финики гроздями. У меня много белых облаков. Но какое море без чаек? Не смогла устоять. Чайки вырезаются очень просто. Галочку делаете, и вот посмотрите. Как-то немножко, хоть они и белые, но более интереснее становится. Решила я добавить немного зелени. Кактус это или кусты, неважно. Я вырезала большую и показала, что большая очень, и я разрезала. А это просто, она была у меня и длинная, и широкая. И сюда я чуть-чуть добавлю травки. На этом все. Ничего больше городить не буду, а то у меня опять будет перебор. Единственное, я немножечко добавлю рябь. Хотела это сделать на небо, но вырежу здесь, сюда. Чтоб немножечко какой-нибудь такой вот перепад был цветов, контраст. Вот если бы у меня не было бы парусника, я бы, наверное, сюда добавила каких-нибудь дельфинчиков, которые прыгают. И все-таки я решила положить пару камешков. Вот сюда вставлю камешек. И куда-нибудь брошу на песок. Конечно, можно сделать, вот у тети ноги у меня подняты, да, я могу сюда вставить камешек, но издалека будет видно не то у ней ботинки, такой размер большой, не то нога на камешке лежит. Вот так как-нибудь я его положу. Так как у нас текстильная пицца, нам для стежки понадобится прозрачная ткань. Это тюль, шторы. Недавно вот отрезала, видео тоже скоро выйдет. Мне она очень нравится, по ней и шить, и она прозрачная, но мне ее не хватает. И я буду использовать органзу. Что нравится органза? Когда вы сделаете работу, работа ваша слегка играет, переливается, да? Но по ней я шить не люблю. Но тоже она довольно-таки такая прозрачная. В общем, используем сетку, фатин, органзу. Любую прозрачную ткань, чтобы было видно ваш рисунок. Если вас заинтересовала такая техника, вы решили постоянно этим заниматься, вы можете купить эту ткань в магазинах, где продают портьерную. Вы также можете зайти в ателье, где шьют шторы. Или просто даже написать объявление. Все для вас. Допустим, приму в дар остатки тюля, штор. Ой, вам столько отдадут. Самое главное, ездите и забирайте. Но в ателье, где шьют шторы, вот эти мелкие обрезки, они им совершенно не нужны, они их выкидывают. Они вам наберут, а потом вы придете и заберете. Теперь нам нужно все отутюжить. Утюжить органзу, фатин.
желательно через какую-то ткань. Обязательно, потому что вы чуть-чуть сделаете не такую температуру погорячей, и вы можете просто спалить. Советую через ткань. Я всегда беру мокрую марлю, мне так проще. И опять же, когда вы выкладываете полотно, вы можете сразу выкладывать на коврике на том месте, где вы утюжите, или просто перетащить на одеяло эту работу. У вас все ваши картинки зафиксированы, они у вас не развалятся. Аккуратно переместили, чтобы не портить стол. Когда мы прошли с вами утюгом, если у вас большой слой ткани, во-первых, она примнется, прилипнет, будет ровная. Но, девчонки, смотрите, я проутюжила, и у меня на самом полотне вот такие нитки. Вот посмотрите, вот они видны. Пока мы с вами не зафиксировали булавками, глазами пробегаемся. Это все снимаем. Вот. Здесь мы подрезаем. Ну ладно, я сделаю за кадром. Если у вас сетка, вы, если упустите, вы еще можете вытащить. Но если органза, вы уже не вытащите. Это все останется навсегда. Полотно зафиксировала булавками. Лишнюю органзу я срезала, но оставила примерно по 0,5 с каждой стороны. И делаем стежку. Неважно, как вы будете делать, простой строчкой или на свободном ходу. На свободный ход нужна вот такая лапочка. Вот, вы опускаете транспортер, это зубцы. Если у вас машинка не переключается, вам нужна вот такая пластина. Вставляете пластину и прошиваете. Если вы никогда не шили, на свободном ходу прошиваете простой строчкой. Пройдитесь по контуру. Но людей я советую брать в тон нитки. И вот эти вот все линии вышивать советую вручную, не на машинке. Полотно простегать какими-нибудь волнистыми линиями, клеточками, полосочками, прямыми линиями, как получится. А рисунок можно пройтись по контуру. Допустим, вот у меня пальма. Можно сделать какие-нибудь прожилки из другого цвета, более светлого, чтобы был какой-то контраст. Ваша задача зафиксировать все ваши картинки так, чтобы они у вас не развалились. Если это картина панно, вы прошьете и повесите на стену, и нормально. Но если это подушка или покрывало, коврик развивающийся, это будет подвергаться стирке, и при стирке это все у вас сваляется. Так что прошивайте все. Ну а я приступаю к стежке и вам покажу готовую работу. Работа моя полностью готова. Что получилось, то получилось, но результатом я по-любому довольна. Во-первых, это удовольствие. Но когда я уже сшила, чтобы увидеть, как смотрится ваша работа, вы ее куда-нибудь разместите и отойдите на несколько шагов, и тогда вы увидите полный результат. Смотрится она отлично, но надо было все-таки добавить куда-нибудь мячик или сумку. Ну, сделала я стакан с коктейлем, с трубочкой. Ну, такой небольшой, незрачный, но он присутствует. Дяди, тети получились, как получились. Я не мастер, я только учусь. И опять же, дядя, тут, если вот так вот посмотреть, хорошо. Он такой чудной получился, что у него нога сверила по оригиналу, да, такая нога, только она, ступня здесь немножечко другая. Если вы внимательно посмотрите, такое впечатление, догадайтесь сами. И только что я увидела, когда я прошивала, этого не видела. Это, наверное, мой ребенок прессовал что-то синей ручкой, потому что ручкой я не пользовалась. И детям сделала грудь, пупочек, что одному, что другому. Вот такие смешные рожицы получились. Зонт прошлась голубыми нитками зигзага. Корабль слегка сделала отстрочку, полосочку. Парусник я тоже сделала зигзагом. Ну, так вот, как получилось, так получилось. А когда я шила в пальму, сделала прожилку, и от прожилки просто сделала как завиточки. Получились, ну, как листики. Фон делала сначала вот такими завитушками, но мне не понравилось. Потом начала как мозги делать. Ну, море, видите, я прошивала простой строчкой, волнообразные просто линии шила. Немного увеличил объектив, чтобы вы могли разглядеть, как выглядят ребятишки, дяди, тети. Ну, чудные, но все равно прикольные. Ну, а небо я прошивала
голубой нитью, мелкими-мелкими мазгами. Нитка у меня сороковка, у вас должна быть одинаковая нитка по качеству, что в шпульке, что наверху. Неважно, какой цвет будет у вас внизу, если белая нитка, то светлые тона. Если темная нитка, то в шпульке надо темные тона. Чаек прошила белыми нитками и в серединке еще пустила строчку. Вот солнце немножко я загуляла, так загуляла, потому что под лапкой особо не видно, где у меня прошито по контуру, а где-то у меня строчка уходит. Ну, может быть, на досуге слегка подпарю и поровнее сделаю, потому что машинка у меня это всегда на свободном ходу. Когда мы сделали полностью стежку, нам нужно обязательно отутюжить через мокрую марлю, потому что полотно немножечко корюслое. Потом мы с вами его выравниваем. И смотря для каких целей вы делаете работу, можно края пройтись на оверлоке, на обратную сторону пришить ткань, сделать рамку или подушку. Если вы решили постирать такую работу, то желательно стирать обязательно руками, ни в коем случае в машинку не кидать. Готовый вид получился 37 на 39. И вот по картинке посмотрите. Это оригинал, это моя работа. Конечно, картинки мне очень нравятся, более красиво, более празднично, но это же лоскуты, это наша с вами работа, это наше внимание, наш досуг. И в то же время утилизация ненужных лоскутов и хлама. Ну, на этом все. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Кто не подписан, подписывайтесь. Заходите обязательно в гости. Я вам всегда рада и всегда отвечаю. На этом все. С вами Валентина Никита. Пока-пока.